До Дня Победы остается чуть больше месяца. В Сочи подготовлен комплексный план приуроченных к нему мероприятий. Всего в городе проживает 3425 ветеранов. Из них 329 человек – участники Великой Отечественной. За каждым ветераном закреплены школьники и студенты. Молодежь помогает пожилым людям в быту, а параллельно участвуют в многочисленных патриотических акциях. Также определили квартиры инвалидов и участников Великой Отечественной, которые нуждаются в ремонте. Помогут в этом вопросе и вдовам. В общей сложности это 6 человек в Хостинском районе, 11 в Центральном, 5 в Адлерском и 13 в Лазаревском. 6 квартир уже отремонтировано. Глава города попросил отнестись к вопросу неформально и по возможности освежить все помещения. Если вы уже сделали там глобально ванны, то хоть косметически покрасьте, побелите там в комнатах в этих, хорошо? Чтобы я не заходил и не стыдился, мне будут, ой, пойдемте, здесь-то ладно, ну мне хоть что-то сделали, как это бывает. Я захожу иногда, ну видно, что, ну да, аккуратненько, ну там лет 10 не делали ремонт, ну просто освежающий, покрасить, побелить, ну это ж не те деньги, чтобы... Районные администрации опросили ветеранов и выяснили, что пройти лечение в санаториях желают 277 человек. 14 человек уже прошли лечение, 16 находятся сейчас в санаториях. В ближайшее время на лечение будут направлены еще 100 ветеранов. Также департамент оформления городской среды разработал дизайн баннеров и композиций, посвященных празднику Победы. Они украсят улицы в преддверии праздника.